Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел встречу с директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизаветой Лихачевой, которая прибыла в республику на открытие современной инсталляции художника Эдуарда Кубенского «Цветы». Рашид Тимрезов поблагодарил Елизавету Станиславовну и всех участников патриотического проекта за решение реализовать его именно в Карачаево-Черкесии, где установлен уникальный памятник защитникам перевалов Кавказа. Современный художник говорит на очень важную тему. Мы знаем, какой ценой была остановлена фашистская армия на перевалах Северного Кавказа. Как совсем еще мальчишки героически отстаивали каждый метр высокогорья. Именно поэтому считаю сегодняшнее событие знаковым не только для Карачаево-Черкесии, но и всей России. В ходе встречи директор Главного музея изобразительного искусства страны выразила уверенность, что этот проект, стартовавший в нашей республике, будет реализован и в других субъектах Северного Кавказа. Под эгидой Пушкинского музея будет создан единый культурный ландшафт, который позволит жителям наших регионов не только приобщиться к современному искусству, но и еще более проникнуться чувством гордости за поколение воинов-победителей, за нашу великую страну – Россию. Глава республики выразил уверенность, что эта встреча и этот проект станут первым шагом долгосрочного сотрудничества Карачаево-Черкесии с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Сегодня в Карачаево-Черкесии открылась 8-я, последняя площадка ежегодного фестиваля современного искусства «Аланика». В 2023 году организаторы из Северной Осетии отошли от традиционного художником Эдуардом Кубенским регламента и привезли искусство в несколько регионов России. В Карачаево-Черкесии экспозиция «Цветы» появилась на площади перед музеем-памятником защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевском. На месте побывал наш корреспондент Артур Мкце. Поляна из десятков тысяч цветов перед музеем-памятником защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевском. Автором этого произведения является художник Эдуард Кубенский. Экспозиция стала частью проекта «Марафон открытий», организованного в рамках фестиваля изобразительного искусства «Аланика», который на 16-й год своего существования вышел за пределы Северной Осетии. Изначально на этой площади планировалось высадить 344 тысячи таких цветов по примерному количеству советских воинов, погибших в боях на перевалах Кавказа. Но тогда мемориальному комплексу пришлось бы подыскивать куда большую территорию для поляны памяти. А так в итоге было найдено компромиссное решение. По словам автора идеи, для создания своего творения он постарался как можно лучше узнать историю Великой Отечественной войны. В частности, изучить страницы обороны перевалов Кавказа. Так, стреляные гильзы – это отсылка к смертным медальонам, которые помогали при опознании погибшего воина. Из подручных средств, из патрона вытаскивали пулю, высыпали порох, туда вкладывали бумажки и пулю засовывали в обратную сторону. И получается, получался такой новый медальон. Сегодня, когда находят на тающих ледниках останки солдат, и при них находят такие жетоны, сразу же становится понятно, что это советский солдат. И в некоторых жетонах сохраняются еще и бумажки, которые могут идентифицировать. Сооружение состоит из десятков тысяч стреляных гильз, закрепленных на стальной проволоке. На ветру они издают мелодичный звук, сравнимый с флейтой пастухов. Это своего рода отсылка к предмету, который в регионе издавна использовали во время выпаса домашних животных. Позже такой экспонат стали создавать из металлической трубки оружейного ствола. То есть предмет, который изначально предназначался для военных целей, использовали для мирной жизни. В числе почетных гостей торжественного открытия поляны памяти были руководитель Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Елизавета Лихачева и организаторы фестиваля «Аланика» из Северной Осетии. Фестиваль «Аланика», который существует в этом году, 16-й год пошел, и он завоевал определенную репутацию в республике Северная Осетия, нам показалось, что в этом году надо выводить как бы эту работу современным искусством за пределы региона, одной конкретной республики, растягивать ее на весь Северный Кавказ, потому что, как мне кажется, это очень важная работа, потому что языком современного искусства можно говорить на разные темы. И мне кажется, что часть государственной политики в области культуры должен быть разговор языком современного искусства на темы, которые важны нам. Впрочем, этот без преувеличения шедевр изобразительного искусства стал таким в том числе благодаря юным жителям Карачаево-Черкесии. Ребята из юноармейского отряда «Ураган» Прикубанского района помогали автору воплощать его творческие идеи на практике.
В данном проекте мы участвовали с первого дня. В 7 утра мы выезжали из села Привольное, приезжали сюда. И каждый из нас с огромным интересом принимал участие в данном проекте, поскольку это наша история. И огромное спасибо организаторам за возможность нам поучаствовать в истории, что мы можем подать пример другим детям, что наша история в наших руках. Отдав дань памяти погибшим защитникам перевала Кавказа, участники мероприятия посетили сам музей. В помещении приглушенный свет как бы воссоздавал тревожную атмосферу времен Великой Отечественной войны. И в этой обстановке по-новому зазвучали произведения поэтов Карачаева-Черкесии в исполнении солистов северокавказского филиала Мариинского театра. Артур Мухцай, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в рамках оказания помощи подшефному Старобельскому району ЛНР к новому учебному году отправлены подарки. 337 школьных рюкзаков, в которых есть канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, альбомы для рисования, карандаши, ручки, сумки для сменной обуви и многое другое. Все, что необходимо к 1 сентября. До начала учебного года остается всего лишь неделя. Собранные комплекты для школы – это та помощь, в которой сейчас нуждаются семьи Луганской Народной Республики. А сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. В горах местами плюс 3, плюс 8. Днем плюс 24, плюс 29. В горах местами плюс 17, плюс 22 градуса. В северных и южных районах местами чрезвычайная пожароопасность. В большинстве районов республики высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 26, плюс 28 градусов. Чрезвычайная пожароопасность. Всероссийский просветительский проект «Достижения.рф» начал работу на интернет-пространстве. До ноября текущего года, когда на ВДНХ пройдет международная выставка, форум, у населения Карачаева-Черкесии есть возможность дополнить список достопримечательностями своего региона. Это могут быть новые объекты здравоохранения, дворцы культуры, спортсооружения, дороги, жилые дома, открытые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, парковые зоны и курорты. Нашей республике есть чем гордиться. Открыты физкультурно-оздоровительные комплексы, учреждения культуры, образования, капитально отремонтированы автомагистрали. Начали производство предприятия мясоперерабатывающей и текстильной промышленности. Пользуются спросом у потребителей урожаи плодово-ягодных садов, а у туристов – курорты. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов призвал граждан не оставаться в стороне и активно поддерживать реализованные в нашей республике проекты на платформе «Достижения.рф». На территории республики пресечено 290 552 нарушения правил дорожного движения. Представленная статистика рассчитана за 7 месяцев с начала 2023 года. Проведено десятки профилактических мероприятий. Планируют еще. Подробно о том, что сделано и на что нужно обратить внимание, рассказал государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии Заур Капушев. С ним встретилась Альбина Ламкова. Сотрудники госавтоинспекции Карачаево-Черкесии на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения участниками дорожного движения. Данные меры направлены в первую очередь на снижение числа и тяжести последствий ДТП. Сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике с начала 2023 года по настоящее время были организованы и проведены десятки рядовых профилактических мероприятий по предотвращению ДТП. Буквально неделю назад закончилось оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Сейчас у нас проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Понятное дело, что в каждом профмероприятии, у каждого профилактического мероприятия свои цели и задачи, которые
в обязательном порядке сотрудники госавтоинспекции республики должны выполнять. Взаимодействие пешеходов и водителей тоже остается проблемным. 113 нарушений допустили недисциплинированные пешеходы и пассажиры транспортных средств. Пресечено около 3000 нарушений. К сожалению, не все знают, что за несоблюдение пешеходами своих обязанностей, согласно правил дорожного движения, их могут оштрафовать. Быть пешеходом – это очень ответственно. Особенно важно уметь вести себя на улице, переходить дорогу и знать правила для пешехода. Выявлен ряд административных правонарушений, грубых нарушений ПДД, касающихся нарушения правил пересечения проезжей части пешеходами, также нарушения правил дорожного движения водителями, которые, в свою очередь, не выполняли требования законодательства уступить дорогу пешеходу, который пользуется преимуществом в движении. Наша задача при проведении вот подобного рода профилактических мероприятий – это, повторюсь, опять же, именно профилактика, да, то есть работа с людьми, которая направлена на то, чтобы донести до людей всю проблематику, да, которая имеется у нас в связи с вот имеющим место ростом ДТП, в том числе и с участием пешеходов. За 7 месяцев с начала 2023 года сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии на территории республики выявлено 1185 водителей, управлявших автомобили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не имея водительского удостоверения, за руль сели 989 автомобилистов. Причем зачастую водители отказываются от прохождения медосвидетельствования состояния опьянения как на месте с помощью алкотестера, да, который состоит на балансе у госавтоинспекции. Они также отказываются от прохождения свидетельствования, фактически говорят о том, что человек находится в состоянии опьянения. То есть он приравнивается к тому, что водитель находится в состоянии опьянения, и он уже не может дальше управлять транспортным средством. Вот. И не всегда это случай, когда водитель находится именно в алкогольном опьянении. То есть есть такая проблема у нас, много очень, в особенности молодежи, которая употребляет наркотические средства. В начале учебного года сотрудники госавтоинспекции планируют провести еще ряд мероприятий с несовершеннолетними. Лето подходит к своему завершению. Дети массово приезжают домой с мест отдыха. Возможно, некоторые из них отвыкли от оживленных улиц большого города. Поэтому полицейские подготовили множество мероприятий для юных участников движения и их родителей. С начала сентября месяца 2023 года проведение месяца безопасности дорожного движения, в рамках которого у нас будет проводиться профилактические мероприятия, в частности, будут в учебных заведениях, потому как у нас сейчас будет акцент делаться на учебные заведения, ввиду того, что детки у нас находились на каникулах 3 месяца, в особенности, если мы берем младшие классы, да, и понятное дело, что кто-то из них где-то что-то подзабыл касаемо правил дорожного движения, в обязательном порядке будем с ними беседовать вместе с преподавательским составом, с родителями будем стараться. Кроме того, особое внимание будет уделено соблюдению водителями правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Инспекторы будут проводить проверки транспорта вблизи образовательных учреждений и на трассах. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Хитровка». Знак 4. Хороших выходных. До встречи. Я Олег Жидяев. 15 лет представляю ваши интересы в Народном собрании Карачаево-Черкесской Республики. Я знаю, как писать законы, которые будут работать для людей. Я знаю, как заставить власти исполнять эти законы. 10 сентября приходите на участки. Сделайте свой правильный выбор. Будущее за вами. Стране нужны творчество и развитие, а не репрессии и застой. Мы за безусловную ценность человеческой жизни, поэтому мы выбираем мир. Порой кажется, что впереди нет просвета, но самый темный час именно перед рассветом. Вам говорят, что выбора нет, а выбор есть. И если вы гражданин своей страны, сделайте такой выбор. Голос за яблоко
Это голос за мир и свободу. Добрый день, меня зовут Султан Узденов. Я являюсь кандидатом в депутаты Государственной Думы от Карачаева-Черкесии. Я считаю важным обеспечить активное участие молодежи в социально значимых делах. Новые рабочие места и способы самореализации для молодежи именно в родном регионе позволят им внести свой вклад в разные сферы общественной жизни. Мы также придаем огромное значение патриотическому воспитанию и уважению к старшему поколению. Их мудрость делает нас теми, кто мы есть. Уважаемые земляки, в трудный период для нашей страны нам необходимо сплотиться для того, чтобы передать будущим поколениям мирное небо и опыт наших предков. У нашей партии есть опыт построения великой страны, сломавшей хребет фашизму и покорившей космос. Сделайте правильный шаг. Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуете за свое светлое будущее, за отмену пенсионной реформы, за достойную зарплату, за бесплатное и качественное образование, за достойный труд по специальности, за военную науку и сильную армию, за квалифицированную и бесплатную медицину, за легальный 8-часовой рабочий день и санитарно-курортное лечение, за уменьшение тарифов на электроэнергию, топливо, транспорт, услуги ЖКХ, за развитие производства на основе наших новейших технологий, за запрет пропаганды насилия, жестокости и бездуховности. Вместе мы победим!